убивает тиммейта перед ним. Есть еще и наниты сопровождения. Поднимается 11 секунд. Зейнхоф врывается на флаг. На него стреляют. Уже очень много урона. Ну же! Ребят, и сталкеру нужно срочно убегать отсюда. Да, потому что вот сейчас едет уже Зейнхоф, который убивает. Может вернет, возвращает. Есть возврат. Нужно срочно ставить ехать. Ставим, да. Вышли на поле и готовы сражаться. Зейнхоф выдвигается на блок. А можно было бы, наверное, даже лучше поучаствовать в увозе. Ведь на ДАшке он без проблем бы довез, даже несмотря на все попытки соперника его убить. Но выходит пока что тоже неплохо. Единственное, что можно вернуть, попытаться. Зейнхоф бодается. Срочная реста по Александру должна прилететь. Но Зейнхоф... Нет, тут хорошо разобрали цели ребята из АИД. И второй флаг уже на счету Замата и компании. Зейнхоф мчится на поребрик, на вот этот пятачок, для того, чтобы блокировать оппонентов.